этом подвале находилась женщина, которая пряталась от бомбежки. Зашли двое. Один в черной форме, другой в, ну, как хаки, ну, в этом. Камуфляже. Один оставался здесь, у дверей. Второй с оружием опустился вниз. Женщине потребовал деньги и золото. Начал искать это, чтобы обнаружить. Оружие спросил. Ты, говорит, снайпер? Она говорит, нет, я не снайпер, говорит, я в очках, двух очков еле-еле вижу газету. Поднял ее, схватил за руку. У нее остались синяки. Схватил, вышмокнул ее оттуда, ну как, где она находилась именно, где сидела. Затем начал рыться под матрасами, искать, не знаю, чего искать. Он там искал. Террористы есть здесь? Она сказала, говорит, я не видела никого, ни террористов, не знаю никого. Посмотрели, увидели бутылек с салом. Говорит, она запаслась уже себе. Наставляет ствол в лоб. Говорит, я тебя сейчас стрельну. Она говорит, своей матери стрельнешь. Но она сказала, он немножко так замежевался, развернулся, и ушли они двое. И пошли огородами, покажи куда. Тридцать семь дней сидели в подвале. У нас градами стреляли. С тяжелого оружия стреляли. Потому что ни днем, ни ночью нельзя было выйти из дома. Дети сидели, ребенок с нами 2,5 годика был. Только плакала дядя Бух. Мои внуки вообще убежали отсюда. Внук вообще сознание терял, я не могла ничего сделать. Отхаживали его, когда град летел отсюда, град к нам тоже у дочки, окна побило. И сначала было как... Украинская армия сначала начали стрелять, нас обстреливать с самолетов, еще когда не приходила сюда украинская армия. У нас здесь на Барвинке бросили 2 бомбы. Здесь все, земля, небо дрожало. Летали самолеты, их здесь 5 самолетов подбили. Это. Здесь вот самолет, там вот немного балки подбили, в общем, на глазах все это было. А потом пришла 16 августа, пришла украинская армия. Вот, а что пьяные они были каждый день, пили. Армия украинская, были пьяные, стреляли там в клубе, по бутылкам пустым, все. Целый день они пьяные, потом пьяные стреляли. Это был мальчик, его сегодня хоронят, по-моему, Никита Коломийцев, этот, над которым действительно его схватили, сказали, что он ДНР. Его убили, девочки ходили наши на площади, я говорю, 2 дня подряд. Я не была, я не ходила, но я вам говорю то, что я слышала. 2 дня били, говорю, 2 дня крики раздавались, потом он исчез. Нашли его вот вроде бы на шахте, на 22-м. Мне все время казалось, что я нахожусь в кинотеатре, где 3D, вот это показывают фильмы. Мне казалось, что я сначала, мне не доходило, что это война. Ну, после того, как нас вот это... Когда начали люди исчезать, пришел тут один мальчик, Олег, ну не мальчик, он мужчина, мне голова болит, не могу. Это, пришел, его избили, пришел, приполз, весь тут вот такой пухлый. Я, Олег, боже, что с тобой случилось? Ой, тетя Лен, меня так избили. Я, как, кто украинцы, за что? Ой, тетя Лен, документов, говорит, у меня нету, вот они меня перестрели, в общем, завели туда. На голову надели, в общем, накинули одеяло, и буцали меня так, говорит, буцали, что я 2 суток, говорит, не был дома, вот. Ну, а мародерство тут, ой, за мародерство. Стояла тут у нас прямо вот за нашим, вот, впереди, вот за детской площадкой, стояла машина, грала, вся нагруженная техникой, холодильниками, коврами, телевизорами и так далее. Если люди приходят и рассказывают, то там... Те дома, которые там частные дома, там они жили, ну, люди повезали, они там жили в сапогах, вот в спецовке, на этих кроватях, эти подвалы, все вытаскивалось. Ну, хозяева, у кого какая собака, порастреляли, куры, индюков, как пойдем, мы туда дров брали, у них там дрова, или по воду ходили к ним туда, туда в школу. Глядь, а там на столах. Индюки такие лежат, куры лежат, и денег отбирали. Я никогда не думала, что такое может быть. И вот один
подходит, там двое солдат подходят и хотели там что-то там не скупиться. Представьте, стоят люди за хлебом. А он так себе вольготно и говорит: вот была бы моя бы воля, вот вы тут все стоите, я бы сейчас бы вас всех тут уложил бы. Всех. Рука мне дрогнула бы. Я говорю: до такой степени вас ненавижу тут всех. Я вас всех ненавижу из-за вашего Путина. Вы говорите: а при чем тут Путин? Я могу рассказать за свою подругу. Жили в угольных сарайчиках. Кушать готовили на улице, когда не было бомбежки. Вот она рассказывала, что и ее, и Алексеева Сашу вдвоих вытащили оттуда, кляп в рот засунули, заклеили скотчем рот, руки сзади завязали, мешок на голову одевали, пытали, издевались. Я спрашиваю: а тебя хоть за что? Она говорит: вроде сказали, что у ее сын в ДНР, поэтому давай издеваться, пытаться на ней. За 40 дней она, бедная, посидела, так же самое и соседа ее, на одной площадке, да, они живут, Сашу вот это, Алексеева. Точно так же пытали, издевались, у нее руки синие, на спине там, говорит, синяки, ну, она рассказывала. Так что ужасно. Потом с автоматов стреляли в потолок. Хотели, говорит, мол, если не признаетесь, говорит, будем всех подряд убивать. Расстреляли, у него мопед стоял в этом самом подвале. Мопед расстреляли. Все, что можно там покурочили. В общем, это такое просто, понимаете, это нужно пережить. И коров резали, и шашлыки здесь жарили, праздновали победу. Но я всегда говорила, говорю и буду говорить. Народ непобедим. Они приходили, нацики пьяные, орали на нас: выходите, сейчас будем стрелять и тому подобное. Ну, как бы мы этих все 36 дней, как бы, как на пороховой бочке. Это до такой степени было страшно, жутко. Нашли на 22-й шахте, на шахте Коммунарская. Мальчика расстреляли, изуродованы до такой степени. Девчонок там еще нашли, одну вроде как без головы, а вторая была беременная, и третья с длинными рыженькими волосами. Мы так и не опознали, кто он. Это, я же говорю, это страшно. Это кто бы посмотрел, как они издевались, как они заходили в четырехэтажку, там были маленькие дети до года. Они пьяные понапиваются, они были постоянно пьяные. Бросали эти оружия, где попало, бегали, пугали: сейчас кинем, сепаратисты, помрете, кинем вам гранату, и вы взлетите. Ну, вот такой этот самый. Было, что мы пережили, я не знаю, даже врагам не пожелаем, как они вот так вот издевались. Мы не могли никуда не выйти, никуда не зайти. Они выбивали нам двери, и мою невестку ложили на пол: ложись, вставай. А она говорит: ну, я ж уже не того возраста, что я вам сделала, это ничего не значит, ложись, вставай. Вот таким способом они издевались просто-напросто над людьми.